И бывают дни, когда я, как помазанник, могу переноситься в другие пространства. И я перенесся в Англию, в клинику, где лежал больной СПИДом. Он так рыдал, он так рыдал, он так рыдал и просил помочь меня. Я утешал его, я утешал. Потом зашли две медсестры и говорят: этот СПИДовый, он благоухает. Он был вечно смердящий, а теперь благоухает. Меня они не заметили. Я смотрел на него, успокаивал его и говорю: все те мучения, которые были незаслужены, ты перенес, и теперь ты отправляешься в рай, на небо. Я успокоил его, успокоил. И в тот момент он умер. Умер на моих глазах. И его душа отделилась от тела, и он перенесся. Бывают мгновения, когда я могу связаться с космосом, и в мое сознание поступает определенная информация, которую я могу видеть своим душевным взором, внутренним зрением, которое недоступно другим людям.